В концертном зале Института культуры состоялся показ спектакля «Время крестное», посвященного подвигу святого благоверного князя Александра Невского. По просьбе руководства Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко для курсантов был специально организован показ. По известным причинам лица будущих офицеров не снимались. Желающих посмотреть спектакль было столько, что в зале не было свободного места. Сегодня очень отрадно видеть, что в зале много курсантов нашего шифровального училища. Вы те, которым, может быть, завтра придется защищать наше Отечество. Но, как говорил Александр Васильевич Суворов, неверующего солдата учить, что ржавое железо точить. Что неверующий солдат всегда или трус, или дезертир. В войске Александра Невского не было неверующих солдат. Они хорошо знали заповеди. Они причащались и молились Божьей Матери Иисусу Христу, воскресшему, победившему смерть. Александр Невский говорил: «Никогда в вере православной я не изменю». Я хочу, чтобы эти слова прозвучали в сердце каждого из вас. И мне очень бы хотелось пожелать завершения этого спектакля, чтобы каждый почувствовал себя наследником святого благоверного Невского Александра. Христос воскресе! Спектакль поставлен по одноименной драме кубанского священника протоиерея Александра Клементьева и был показан ранее в Дворце искусств «Премьера», а также в Театре защитника Отечества. В основу спектакля был положен период жизни и подвиги святого князя, начиная от Невской битвы до принятия схимы и христианской кончины. Молодые актеры постарались проникновенно рассказать зрителям о подвиге героя, напомнить о великих делах и победах святого Александра Невского. Так важно, особенно сегодня в условиях сохранения мира, будущим офицерам, нашим защитникам Родины, смотреть такие спектакли для поднятия духа и укрепления в православной вере.